Ну, вы же хотите, чтобы креативно уже было, да? Да? Я однажды в Кардымовском районе Смоленской области, когда избирался в депутаты, уже будучи депутатом, по-моему, я уже три срока был депутатом, выступая перед людьми, мне задал я вопрос: Франц Адамович, а кем вы хотели быть в детстве? Я думаю, ну так, хороший вопрос, думаю, мне тут сейчас повезет. Я говорю, у меня в жизни вообще были три мечты. Первая мечта, я хотел быть летчиком. Вторая, хотел быть генералом, заслуженным мастером спорта, заслуженным мастером и героем Советского Союза. Вот у меня это было с детства, начитанный всей патриотической работы. Там сидят мужики впереди, немножко некоторые выпившие. Я говорю, к сожалению, ни одна из моих вот таких заслуженных мечт не сбылась. Ни летчиком не стал, ни генералом, ни героем Советского Союза, ни заслуженным мастером спорта. А везде был потенциал. Стал только депутатом. Сидящий впереди здоровый, крепкий мужчина и так далее, с использованием ненормативной лексики, в тишине зала, достаточно громко говорит, ну что, тоже нифигово. Зал рассмеялся, переговорили. Ведь всегда у всех как-то случается по-другому. Я хотел быть летчиком, а получилось так, что в это время в нашем Ашмянском районе, Гродненской области, в Беларуси, был ящур, а родители не хотели, чтобы я был военный. И мне не дали билета, я не уехал в Харьков на сдачу экзаменов в Харьковское авиационное училище летчиков. Стал, понимаешь, что не получается, ушел и поступил в театрально-художественный институт. Правда, меня через 2 месяца выгнали, потому что у меня Господь Бог дал способность художника, а это я не видел своей основной профессии. Мне это было неинтересно. Я не знаю, хорошо это или плохо, хотя это часто мне помогало, но так случилось. Ушел потом в армию и стал десантником. Очень горжусь этим. Я частично выполнял свои обязательства. Когда я служил, мне командиры мои всегда говорили, ты давай определяйся, ты спортом будешь заниматься или служить. А будучи амбициозным, внутренне амбициозным таким человеком, я все-таки ставку сделал на карьеру. Я был очень молодым, может быть, самым молодым полковником в вооруженных силах, некий период и так далее. Я практически все воинские звания получил дословно, досрочно. Мне в этом плане всегда везло. Я везде все учебные заведения закончил с отличием. У меня должна была быть хорошая перспектива. Но потом так сложилось, что меня отправили заниматься ветеранами, уже будучи офицером. Я числился в правительстве Российской Федерации, занимался ветеранами афганской войны. Очень серьезно выводил эту ситуацию из-под криминала и влияния и так далее. А потом наступил момент, когда политика стала заниматься нами, доминировать. И я попытался, сыграть серьезно в политику, рассчитывая на того, что в 95-м году в обществе начали быть востребованы патриотические вещи и думали, что за нас люди проголосуют. Но оказывается, в политике, кроме креативных, умных, симпатичных людей, нужны еще деньги, специалисты и очень серьезные медиаресурсы. Без них ни выиграть, ни победить нельзя. Я тогда был очень сильно расстроен и сказал, что все, больше я этим делом не буду заниматься. А в 99-м году, будучи очень хорошо знаком Шойгу, и он на тот момент очень серьезно мне помогал, я его своим учителем считаю, мой командир Востротин Валерий Александрович сказал, надо помочь Сергею Кожухетовичу и Владимиру Владимировичу Путину, председателю правительства.
интересах дела. Я тогда ушел в политику и потянул за собой людей, и мы много серьезно сработали, а потом начали это. Может быть, я был бы каким-то и неплохим министром, и хорошим губернатором, или руководителем какой-то хорошей компании. Я очень системный человек. Но так не сложилось. Я занимаюсь политикой сегодня, и мне, не скрою, мне это тоже интересно, потому что это огромное количество людей. Я из-за политики ежегодно объезжаю полстраны. Я встречаюсь с людьми, я вижу свою страну, я вижу изменения, встречаюсь с многими интересными людьми. Я в динамике, это меня устраивает. И, как сказал мой сын, несмотря на то, что у него 150 килограмм живого веса, он очень подвижен. Поэтому вот так, если можно, кратко.